А кто еще был с тобой? Я. Маша. Мама, тебе подарок. Работу вместо беззаботного отдыха на каникулах выбрали школьники Новой Чары. В этом году 45 учеников 8, 9 и 10 классов вошли в состав трудового отряда, который при поддержке Удаканской меди был создан впервые. В планах – уборка территории, благоустройство школы и детских садов. Сегодня ребята наводят порядок в историческом месте – парке, где бамовцы проводили свой досуг. К 50-летию строительства Байкало-Амурской магистрали его планируют восстановить, вернув первозданный облик. Почему было выбрано это место? Потому что в годы строительства Байкало-Амурской магистрали вся молодежь отдыхала в этом парке. А была построена сцена в форме гитары, и очень много бардов приезжало сюда. Это место для бамовцев, коренных бамовцев, очень примечательное. И, конечно, восстановление этого парка будет очень приятным подарком для всех жителей этого поселка. На сцене в этом парке, по воспоминаниям бамовцев, проводились творческие вечера забайкальских писателей и бардов, концерты художественной самодеятельности. Сюда приезжали и звездные артисты, к примеру, Иосиф Кобзон, и даже гость из Америки, певец, актер и кинорежиссер Дин Рид во время своего тура по Советскому Союзу. Love will last a lifetime. Whether we're near the land or the sea, for our love is like a rainbow. На предложение поработать на каникулах школьники откликнулись с радостью, тем более что за свой труд они получат первые в жизни зарплаты – около 13 тысяч рублей за месяц. Подростки уже планируют, как распорядятся заработанными деньгами. У меня в первую очередь в приоритете стояли книги, потому что я люблю читать. А дальше там, ну, на свои нужды, просто чтобы меньше зависеть от родителей. Ну, наверное, на отпуск с родителями. Как-то я копила давно деньги, чтобы съездить куда-нибудь в город и их потратить лично на себя. Организаторы и кураторы трудового отряда подготовили детям и другие бонусы за работу – выезды на озера и водопады. И еще одну интересную экскурсию. Школьникам покажут строительство нового горно-металлургического комбината «Удаканская медь». Возможно, кто-то из них в будущем и сам пойдет работать на новое большое предприятие. Екатерина Станиславская, Анатолий Тюльнев, РТК «Забайкалье».